Предположим, у нас есть транспортная магистраль Минск-Москва. Ну, предположим. Давайте там по-другому вопрос, потому что я не запомню. Хорошо, нет, я действительно, да. И вот у нас идет плотный поток по транспортной магистрали. Естественно, есть движение туда и движение обратно. Вот случай возникновения пробки. Ну вот возникла пробка. Ну, техническая неисправность. Злодеи подпилили опору. Пьяный тракторист сбил опору, ладно. Ну, я говорю, возникла техническая заминка. Естественно, большая очередь выстроилась из этих. Какие технические решения предусмотрены в данной ситуации, чтобы восстановить движение? Потому что на, допустим, на Московской кольцевой, на МКАДе, у нас там по 3, по 4, по 5 в одном потоке, чтобы не возникало. Кстати, у меня встречный вопрос, если мы сейчас выйдем на улицу, какова вероятность встречи динозавров? Один из два ответа. Блондинки, не будете лишь обижаться, блондинки, они тоже суммы. 50-50. Ну, можно встретить, можно не встретить. Да, вот именно такая вероятность есть. Дело в том, что вероятность очень низкая в таких авиациях, потому что это рейсовый транспорт, и для того, чтобы логистика была нормальной, надо исключать такие ситуации. Исключать, да? Поэтому вероятность вот примерно как динозавр. Я сейчас поясню, почему. А, вот взять наш организм. Мы состоим из триллионов клеток. Каждая клетка умирает за 5 минут без кислорода. То есть за полгода в среднем все клетки умирают в среднем. Какие-то клетки кишечника идут через 3 года, выводятся какие-то год, последний где-то полгода. А мы живем 100 лет, а то и больше. Да? Значит, элементы ненадежны. А организм надежный, потому что правильно составлен все этих ненадежных элементов. Да? И как пример, как понять надежность системы, это как бы столкнулся с этим еще Сигонским, ну тоже наш, кстати, в Киеве он там первый вертолет делал, потом в Америку уехал. Он столкнулся с такой ситуацией, что когда в 30-х годах на одном из первых вертолетов он поднялся в воздух, он чуть не погиб, потому что вертолет упал. А причина банальная. Комары, он попал в облако комаров, забили фит воздушный и двигатель забыл. Ему догадался поставить еще один вертолет. А вы знаете, что это самолет? У них 4 двигателя. Так вот, вероятно, что все 4 двигателя выйдут из строя практически на нулю. И ни одного случая в истории не было, чтобы 4 двигателя в самолете забыл. Ни одного случая. Были в случае в Иркутске, и в этом городе не везет, давно, ну, больше 10 лет назад, Руслан, это самый тяжелый самолет, при взлете, закрутил 3 двигателя, и он на взлете упал на город со 100 тоннами керосина. Сгорело около 100 человек, он упал прямо на город, да? Закрутил 4 двигателя, 3 двигателя 4, потому что заправили летним топливом, а образовался лед, шуга, керосин. И он забил фильтр, да? У нас нет керосина, у нас нет фильтра. Так, и у нас 4 колеса, и каждое колесо, это мотор колесо, выйти из строя одновременно они не могут. Это нулевая вероятность, как вот с динозавром, да? При этом, если, допустим, обесточится, у него есть накопительная энергия, он проедет несколько сот километров на них. Но если даже кто-то палки ставит с колеса специально, а такие найдутся, да, и вот действительно встал. Я именно это имел в виду. Нет, но вероятность тоже не скрыл. Не все будут с палками бегать. Естественно. Тем более на высоте. Ну, дайте отвечу. Но в этом случае он начнет тормозить. Система управления, это заметьте, более о том, что палка в колесе сообщат диспетчеру и так далее, это автоматическая система управления. То есть следующий за ним мотор начнет заменять свою скорость на скорости со стыковицей и с ударения. Вообще-то космические корабли стыкуются на орбите при скорости 8 км в секунду. Стыковица тянет его дальше. Один минибус может тянуть, как паровоз, 5 минибусов по-моему. Потому что в этом случае, рядом с которым очень низка, пробки не будет.